нас сегодня генеральная уборка в кошатнике. Кошки все наверху. Вот. Моется все. И стены, и полки, и полы. Все, соответственно, выкинула я. Все, что старое было, очистить это уже невозможно. Все загажено. Сейчас будем искать какие-то новые подстилки и так далее. Видите, кошки все молодцы, все наверху сидят. Ну, не все, конечно, догадливые. Есть недогадливые. Так, ну все, одна комната закончена. Сейчас только влажный корм осталось поставить. Чего они ждут с нетерпением. Уже швабру свалили. Вот, прибили им такие. Видите, ой, блин. В общем, у нас минимализм, что мне и нравится в кошачьем домике, чтобы меньше было проблем при уборке. Проще убирать, быстрее и меньше где изгадить. Вот такие вот штучки повесили, они уже с удовольствием. Сейчас вот я заходила, они с удовольствием по ним уже когти чешут, лазят. Сейчас влажный корм несу. Да, ребят? Сейчас последнюю вот эту протру, тут швабру уберу и все. Вика, немножко красок для тебя. Кошки, вас все устраивает, а? Говорят, да. Ребята, решили перенести кошек сюда, в бытовочку. Зашли, а здесь потолки текут вовсю. И мало того, что потолки текут, еще и, ребят, еще и насквозь, на улицу светится. Бытовка просела. Это все ремонтировать надо, вскрывать крышу. Это все ремонт, ребята. А я хотела кошек сегодня забрать, чтобы утеплить их немножко. Так, вот здесь мы сделали. Вот здесь сделали клеточку. Здесь все чистенько, хорошо. Единственное, что я сказала, что надо все-таки вместо вот этой сделать сетку. Завтра переделаем. И маленькая такая экстренная для стерилизации или для чего-нибудь клеточка будет еще небольшая. Вот ее тоже закончат завтра. Ребята, потолки потекли в бытовке. Сильно потекли в бытовке потолки. Это ужас. Мы к зиме совсем не готовы. Совсем, ребята. Дожди начались, и у нас пришла осень. Наступает зима. Пришли проблемы и наступают проблемы. Да, мои красивые? Господи, ребят, что же делать? Собакам внизу хорошо. Отопитель стоит на зиму. Включим. Будет здесь тепло. Сено побольше положим. И дети спят здесь, выходят вон там. То есть окно уже можно закрывать. Ребята, как же быстро темнеет, а? Так, мы отремонтировали наши прожектора с одной стороны. Уже хорошо. И будем делать дальше. Ой, ребята, как же нам нужен провод электрический, а? Как же нам нужен провод? Так, ребята, кошки, кошки, кошки. Сейчас проверим, как наши кошки. Я в Чехове. Вот сегодня построила детям кошатник. Вот. В этой будке у меня спят собаки, а гуляют на улице. А в бытовке кошки. Тепло, с отоплением, да? Мои красивые. Все красивые мамины, да. Мои красивые. Да, мои хорошие. Да, так... Ну все, мои хорошие. С новосельем. Все, ребят, пересилили кошек. С улицы забрали. Теперь у нас на улице остались только маленькие котята. Все, колорифер включили. Уже теплый. Значит, уже хорошо. Все будет хорошо, ребята. Все, мои хорошие. Только отремонтировать надо крышу. Да, мы им даже оставили на полу сено. Они любят в нем возиться. Так, горшки сейчас принесут еще. Два мало. Так. Ну, это, ребята, мы уже натоптали здесь тоже. Сапоги грязные. Потом протрем. Пока, ребята, что делать? У нас такие условия. Все, что в наших силах. Ну что? Эти еще боятся.
Ничего. Все будет хорошо, девочка. Да. Все будет хорошо. Ты мой золотой инвалид. Что, мои красивые, а? Что, мои золотые? Как нотки на веточке, да? Все будет хорошо, ребят. По крайней мере, тепло теперь. Аж на душе хорошо, ребят. Что детям хорошо у бытовочки. Кошек переселили в бытовку. Очень хочется, чтобы им было тепло и уютно. Такие все красивые. А пристройство приостановилось. И помощь упала в 5-6 раз. Друзья, приют и помощь нужна постоянно. Вы только посмотрите, что происходит. Крыши прохудились. Будки разваливаются. Уже все в латках. Ведра дырявые, постепенно меняем. Постоянно ломаются какие-то дрели, шуруповерты, болгарки. Запаски нужно к ним покупать. Недавно сломалась машинка для стрижки. А тут еще, будь она неладна, эта скважина полетела. Собрали деньги на корм, сделали предоплату за бурение скважины.